Працягваем выпуск. Сёння ўпершыню удзельнікі ток-шоу «Галоўная тэма» сустрэліся не ў студыі тэлерадыёкампаніі «Гомель», а ў абласным грамадска-культурным цэнтры. Асновай вядомай тэлепраграмы стаў адкрыты дыялог. Гэта фармат зносінаў, які дазваляе моладзі задаць хвалюючыя пытанні прадстаўнікам улады і атрымаць кампетэнтныя адказы. На гэты раз аўдыторыю адкрытага дыялогу вырашылі пашырыць з дапамогай тэлебачання. На здымачнай пляцоўцы пабывалі нашы корэспандэнты. Замест телестудии на Пушкина 8 – просторная пляцовка грамадско-культурного центра, а замест нескольких десятков глядачов – велизарная аудитория, якая потенциально вызначается тысячами человек. Уже вядомый и уподобанный молоди открытый диалог с представниками улады стал основой ток-шоу «Головная тема» на телеканале «Беларусь-4 Гомель». Одна из нагодов для встречи у телеэфира – юбилей вядомого студентского фестиваля «Зимовая веселка». В этом году мы привлекли партнеров для того, чтобы проводить с помощью телекамер профессиональную трансляцию. То есть это выводит нас на новый уровень. Мы не закрываемся, только не ограничиваемся количеством мест в зале. Удельники встречи обмерковали реализацию державной молодежной политики и новые инициативы. Выказать свои думки и задать пытания приехала працующая и студентская молодь из усяго региона, представники молодежных организаций и ВНУ. Сярод гостей так само делегаты Сусветного фестиваля молоди и студентов. Свои пытания яны мели магчимость адресовать наместнику старшине Гомельского облвыканкама Владимиру Прывалову. На самом деле, открытый диалог я участвую впервые. Я считаю, что необходимо участвовать, потому что это опыт, который мы получили, он просто бесценен, потому что каждый вопрос интересует человека, и тяжело найти ответ самому, и поэтому нам помогают. Дарэчы, у гэты дзень моладзь не толькі задавала пытанні, але і прапаноўвала свае ініцыятывы. Так, на спецыяльнай выставе, прымеркаванай да адкрытага дыялогу, маладое пакаленне прадставіла свае інавацыйныя і бізнес-праекты, якія ўжо заявілі пра сябе на конкурсе «100 ідэй для Беларусі». Всегда встреча с молодежью – это такой, знаете, волнительный экзамен, но он всегда дает свои плоды, в том числе, вот вы видите, «100 идей для Беларуси». Хочется, чтобы поскорее все наши хорошие идеи, молодежные идеи, они нашли воплощение в реальном секторе экономики. Подобные встречи давно доказали свою эффективность. Это приклад того, что молодь чуют и помогают заявить про себе. Дарэчы, такое мероприемство у день нараджения зимовой веселки организаторы спадзяюцца зрабіць традицией. А пакуль чакаем сёлетнюю телеверсию ток-шоу «Галоўная тема». Глядите яе у эфиры телеканала «Беларусь-4 Гомель» у наступном месяце. Ганна Ковалёва, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель».